Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на связи Юрий и Ольга. И, друзья, мы являемся интернет-предпринимателями. У нас уже более 10 лет опыта развития бизнеса как через интернет, так и в офлайне. И мы имеем опыт работы и с физическими товарами, и с информационными. И также есть опыт в создании системного бизнеса через интернет. Кроме того, на своем опыте мы знаем, с чем сталкиваются новички, с какими трудностями, не имея системы, знаний, опыта и, самое главное, команды. И в то же время, если это все грамотно объединить, то как начать зарабатывать первые $1000 растущего дохода? В данный момент мы являемся активными участниками сообщества BeHappy24. Это сообщество интернет-предпринимателей, MLM-предпринимателей, инвесторов, которые гармонично развиваются во всех сферах жизни. И при этом кто-то начинает зарабатывать свои первые сотни долларов, кто-то тысячи долларов, а кто-то свои первые сотни тысяч долларов. И, друзья, вот сейчас, после 5 месяцев тщательного отбора, анализа мирового рынка, бизнес-рынка, мы отобрали нового стратегического партнера, с которым с недавнего времени мы начали работать, сотрудничать. И, соответственно, об этом бизнесе мы сейчас и поговорим в данном видео. Итак, в данном видео вы узнаете о бизнесе, который позволит вам получать обоснованный доход через интернет. Как заложить фундамент для финансовой свободы на долгие годы вперед? Как перестать наконец-то зависеть от денег и постоянно гоняться в поисках денег, думать, где же их взять, вот чтобы перестать думать о деньгах? Как по-настоящему стать свободным, самостоятельно распоряжаться своим временем на путешествия, на провождение время со своей семьей, заниматься теми делами, которые вам интересны, спортом, хобби и так далее. И также вы узнаете о том, как, пользуясь товарами премиум-классом, получать 100-200% кэшбэка и использовать их выгодно на путешествия. Друзья, для кого же это видео? Для тех людей, кто находится в поиске реального долгосрочного бизнеса, кто хочет зарабатывать через интернет. Также для тех людей, кто хочет создать постоянно растущий пассивный доход. Возможно, кто-то устал от низких доходов и хочет, ну, значительно повысить свои доходы. Возможно, те люди, которые устали от потери денег в сомнительных проектах, особенно от потери собственного авторитета, участвуя в таких направлениях. И это видео будет особенно интересно тем людям, которые ценят здоровый образ жизни, дорожит семейными ценностями, кто любит особенно путешествовать, и также помогать другим людям, и кто готов взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. Если вы сейчас увидели, что это видео может быть вам интересно, если вы узнали себя в одном или нескольких из этих пунктов, то давайте перейдем и рассмотрим, какого же стратегического партнера мы отобрали для нашего сообщества и чем этот стратегический партнер может быть интересен для вас. Кто же наш стратегический партнер? Мы отобрали бизнес, который на сегодняшний момент уже 8 лет развивается на мировом рынке и показывает стабильно растущие товарообороты. Например, за предыдущий год товарооборот составил уже $220 миллионов, и этот товарооборот постоянно растет. То есть для каждого из вас это возможность создать действительно растущий доход в реальном секторе бизнеса. Потому что здесь идет такое уникальное сочетание развития бизнеса как с цифровым, так и с физическим продуктом. Юр, можешь следующие пункты рассказать, пожалуйста? Конечно. Наш стратегический партнер предоставляет целый комплекс экопродуктов высокого премиум-класса из Соединенных Штатов Америки.
И те люди, которые любят, особенно, вот мы говорили, кто любит путешествовать, кто путешествует несколько раз в год в разные страны по всему миру, друзья, вы можете получать скидки до 70%, 75% на ваши путешествия. И за то, что вы делаете покупки в этом магазине, скажем так, вы будете получать от 100 до 200% кэшбэка абсолютно со всех покупок. И кроме того, что мы получаем кэшбэк от наших покупок, так как мы с вами здесь собрались для того, чтобы хорошо зарабатывать, для нас очень важен тот факт, что компания разработала инновационную систему выплат. Она признана как самая действительно высокодоходная компания в индустрии прямых продаж, и по выплатам она выплачивает 51% в долларах от товарооборота. Кроме того, есть накопительная система, в которой деньги ваши накапливаются. Для людей, которые выходят на высокие чеки, для этих людей компания предоставляет дополнительную поддержку в инвестиционном направлении. То есть вы можете начать инвестировать в реальные секторы бизнеса, такие как золото, бриллианты, недвижимость, и компания вас в этом будет направлении сопровождать. И так как мы здесь работаем с реальным физическим товаром, вы можете начать получать абсолютно обоснованный пассивный доход. И относительно защиты прав, Юр, передаю тебе дальше слово. Спасибо, Оль. Да, вот то, что мне нравится, это что компания прислушивается абсолютно к мнению каждого участника партнерской программы, и она учитывает, да, права каждого участника. У руля, что немаловажно, находится большая команда управленцев, то есть это не один человек, не два, их целая команда, 7 человек, кто управляет компанией, и это люди с большим опытом. И следующее, это то, что у компании есть огромнейшая линейка товаров, которая придется по вкусу каждому участнику, и каждый отдельный продукт, он находится под отдельным брендом. Давайте же рассмотрим, как это работает. Как здесь сочетается цифровой продукт, физический продукт, и как можно получать этот кэшбэк 100-200%, куда его можно использовать. Итак, давайте посмотрим, как же это работает. Возможно, вы так же, как и мы, как участники нашего сообщества, любите путешествовать. Возможно, вам так же, как и нам, нравится такая замечательная страна, как Таиланд. Возможно, у вас какие-то свои предпочтения, мы не привязываемся к Таиланду, но рассмотрим пример именно путешествия в данную страну. Если мы посмотрим на независимых сайтах, сколько стоит поехать в Таиланд, то, допустим, гостиница может стоить и 1500 долларов, и 2000, 2500, можно найти что-то подешевле, но в качестве примера мы возьмем стоимость 1400 долларов. Я как раз перед тем, как мы записывали это видео, посмотрела на цены. Так вот, гостиница в Таиланде 10 дней, около 1400 долларов. Что вы можете сделать? Вы приобретаете продукцию, которая вам необходима для здоровья, для красоты, для омоложения на эту же 1400 долларов. И компания возвращает вам на счет 100%, либо даже 200% кэшбэк, если это ваша первая покупка, ваш вот первый месяц сотрудничества с компанией. На что вы можете потратить этот кэшбэк? Как раз на путешествия. То есть до 70% на отель, экскурсии, развлечения в вашем предстоящем путешествии вы можете как раз оплатить вот этими промо-долларами, которые вам вернулись кэшбэком. То есть вы на 1400 долларов получили качественный продукт премиум-класса для себя, для своей семьи, получили кэшбэк на 2800 долларов, и на вот эти 2800 долларов вы можете использовать как раз на оплату гостиницы. Причем то, что вы доплатите наличными, компания снова вернет вам промо-долларами, и вы снова можете тратить на путешествия, на продукцию. В общем, замечательная программа. Вот так вот многие люди ей довольны, пользуются и продуктом, и, соответственно, путешествуют. Вот давайте посмотрим, какие реальные примеры, которые
взятый из travel-программы данной компании. Вы видите, что реальная стоимость гостиницы стоит $5700. Вы платите $2210, остальную часть можно заплатить промо-долларами, таким образом вы экономите 72%. Еще один пример, который также был доступен по travel-программе, это стоимость гостиницы $2675. Вы платите только $566 наличными, и при этом экономите 82%. Доплачивая, так как вы их используете именно промо-долларами. Это очень удобно, очень выгодно. В общем, смотрите сами, возможно, вам откликнется именно путешествовать, оздоравливаться и как раз путешествовать. И какие же продукты можно приобретать для оздоровления, омоложения и так дальше? Друзья, как мы говорили ранее, в компании есть большая широкая линейка продуктов, которая придется по вкусу абсолютно каждому человеку. Здесь для себя найдут полезные продукты спортсмены, которые хотят укрепить и здоровье, которые хотят набрать мышечную массу. Есть отдельная линейка, которая поможет похудеть, кто хочет к лету скинуть лишние килограммы. Ну, а также есть продукты для поддержания иммунитета, для укрепления здоровья. Для укрепления костей. Например, вот у меня один из любимых продуктов – это магникал. Кальций, магний для укрепления наших волос, зубов, ногтей. В общем, действительно очень широкий ассортимент продукции для всей семьи. Да, и каждый этот продукт – это отдельный бренд, который независим друг от друга. Друзья, давайте сами подумаем, кому данное предложение может быть интересно. Это могут быть люди, которые любят или только мечтают начать путешествовать. Здесь они могут реализовать свои мечты и начать путешествовать выгодно. Данное предложение может быть, как вы поняли, интересно людям, которые следят за своим здоровьем, которые за здоровый образ жизни, либо которые хотят улучшить свое здоровье, помочь своим близким улучшить здоровье, похудеть, подкачаться и так дальше. Конечно же, кто хочет зарабатывать и кто хочет иметь больше свободного времени для того, чтобы самому распоряжаться своей жизнью. И давайте представим, сколько людей в нашем с вами окружении. Вот таких, которые хотят путешествовать, быть здоровыми, зарабатывать. Наверняка их достаточно. Но даже если вы сейчас думаете, не, у меня таких нету, у меня никто не хочет путешествовать, со здоровьем у всех все в порядке, то давайте посмотрим, какое количество людей сейчас в интернете, какое количество в мире людей, которые хотят похудеть, которые хотят быть здоровыми, которые хотят увеличить уровень своего дохода. Их огромное количество. И чтобы в этом убедиться, давайте посмотрим на статистику. А статистика говорит следующее, что по данным статистическим, согласно Ассоциации прямых продаж, товары для здоровья и красоты как раз занимают по 30% мирового оборота по, соответственно, товарообороту. А товарооборот индустрии прямых продаж за последние 10 лет составил $1,5 триллиона. И люди, которые развиваются в этом направлении, заработали за последние 10 лет $600 миллиардов. Теперь вернемся к интернету и посмотрим именно на интернет-продажи. За 2019 год общий объем продаж интернет-магазинов, то есть всего, что продается через интернет, составил уже около $2 триллиона. И обратим внимание на путешествия, на туристическую сферу. Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, за 2018 год туристическая сфера побила все свои предыдущие рекорды. И товарооборот этого направления составил $8,8 триллиона. Друзья, о чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что в этих направлениях есть деньги. В этих направлениях есть спрос. Соответственно, если мы с вами хотим зарабатывать хорошие деньги, их нужно зарабатывать там, где они есть. И это те ниши,
которые уже утвердились, которые показывают стабильный рост. Соответственно, все, что нужно делать, это в них включиться, начать двигаться, ну и, соответственно, получать свои доходы. Ну что, Оль, может быть, посмотрим, сколько здесь можно зарабатывать денег? Давайте перейдем к конкретным цифрам, что уже происходит. Да, друзья, на этой табличке вы можете видеть реальные доходы партнеров. То есть это статистика по доходам людей за предыдущие годы, которые активно или менее активно включились в бизнес. Обязательно обратите внимание на вторую колонку. Это средний доход в месяц. И давайте для примера возьмем третью строчку снизу. Средний доход в месяц $1100. То есть для того, чтобы выйти на такой доход, потребовалось партнеру в среднем около 4 месяцев. И он уже начинает зарабатывать достаточно неплохие деньги. Чтобы зарабатывать $5000, вам, допустим, может потребоваться 7 месяцев, а может даже и меньше. То есть все будет, естественно, зависеть от каждого из вас. Ну, это средние данные, да, среди тех людей, которые вышли на эти чеки, им понадобилось вот $4972, средним людям понадобилось 7 месяцев. Ну, а для более таких амбициозных ребят, кто хочет зарабатывать, скажем, $20000 в месяц, средний доход, то этот доход вы можете сделать в течение, ну, чуть больше одного года, 13,8 месяцев. Ну, а для более амбициозных, допустим, доходы больше $50000 в месяц, на это может потребоваться около 2 лет, чуть больше 2 лет. Ну что, друзья, как вам? Впечатляющие результаты? Мне нравится. Мне нравится особенно последняя, вот первая, вернее, строчка сверху, как заработать миллион. Видно, что людям понадобилось 3,5 года для того, чтобы выйти на этот чек. Соответственно, понятно, что есть уже такие результаты, понятно, что нужно делать. И, кстати, давай поговорим о том, что же нужно делать, каким способом можно здесь зарабатывать. Итак, как же здесь зарабатывать? Вы можете получать 30% от розничной цены продукта. И кроме того, что вы можете людям рекомендовать продукт, вы можете делиться с людьми возможностью о том, что можно и зарабатывать. То есть таким образом у вас может формироваться партнерская сеть. Если по вашей рекомендации человек узнал о том, что можно начать бизнес, он этот бизнес с нами начинает, вы получаете от 20 до 30% от стоимости его стартового бизнес-пакета. И что здесь очень приятно, то, что вы не выращиваете себе конкурента, как это происходит в традиционном бизнесе. Это может быть офлайн-бизнес или вы даже ведете свой бизнес через интернет. И когда вы думаете с кем-то поделиться о том, что вы нашли классную возможность зарабатывать, у вас, возможно, возникнет такое: зачем я буду делиться, если это будет мой конкурент? А здесь система построена так, что вы заинтересованы в том, чтобы делиться возможностью о заработке, делиться информацией о заработке, потому что вы получаете 10% от товарооборота каждого партнера в вашей сети. То есть вы таким образом выстраиваете партнерскую сеть, через которую идет продвижение продукта либо услуги там той же по путешествиям, и вы получаете от этого товарооборота 10% в долларах. Но это еще не все, потому что вы получаете, допустим, в вашей организации есть человек, который самостоятельно занимается развитием бизнеса. Но так как его в бизнес пригласили вы получаете 15% от дохода этого партнера. А если он кому-то рассказал о возможности построения бизнеса, уже от второго вы получаете 10%. И так до 7 уровня глубины. То есть у вас может быть международная партнерская сеть. Как вы помните, компания уже наладила логистику в 35 странах, она работает по всему миру практически. Соответственно, у вас может быть международная такая партнерская сеть, и вы будете получать доход от того, что люди в вашей партнерской сети зарабатывают. Это, ну, просто такой супербизнес, в котором вы заинтересованы, чтобы другие люди зарабатывали. И есть такой интересный накопительный счет, накопительный бонус, в котором компания
по которому компания вам дополнительно начинает платить 15% к вашим доходам с того момента, когда вы зарабатываете $250 в неделю. То есть вы не из своего дохода инвестируете, а компания дополнительно вам платит 15% в накопительный счет. Эти денежки там хранятся до того момента, когда у вас накапливается $10 000, чтобы вы могли заранее спланировать, на что эти деньги потратить, куда их проинвестировать, ну, то есть чтобы подготовились. И кроме того, что вы получаете процент от своей партнерской сети, вы можете получать 1 либо 2% от товарооборота, который происходит во всей компании по всему миру. А помните, он составляет уже $220 миллионов. То есть это такие значительные суммы, которые, кусочек которой, да, вы можете начать получать. И, конечно же, важно, как эти деньги получить. Компания работает абсолютно официально, через различные платежные системы, в зависимости, в какой стране вы находитесь, на такую платежную систему вам деньги выплачиваются еженедельно через платежную систему на карту вашего банка. И давайте снова обратимся к статистике, только теперь уже к статистике вашего бизнеса. Любой бизнес — это статистика. И нужно понимать, какой объем нужно выполнить для того, чтобы заработать определенную сумму денег. Итак, для того, чтобы зарабатывать от 450 до 1500 долларов, вам достаточно совершить 5 сделок в месяц. Как вы думаете, с товарами премиум-класса, с организованной логистикой, с тем, что компания работает уже успешно и развивается на протяжении более 8 лет, возможно ли совершить 5 сделок в месяц? А если настроить автоматизированную систему через интернет, даже если вы сейчас не знаете, как это сделать, то благодаря нашей пошаговой системе и системе автоматизации вы можете узнать, как это делать, и не только узнать, а и применить уже в вашем бизнесе. Потому что данная система уже тестирована на протяжении нескольких лет участниками нашего сообщества, сейчас модернизируется, и со временем сейчас все улучшается, улучшается, добавляем новые функции, такие как сервис коллективной рекламы, индивидуальной рекламы, просто автоматизация через интернет, статистики дополнительные. То есть, если вам интересно развитие через интернет, главное поставить цель, понять, сколько вы хотите зарабатывать, ну и, соответственно, ориентироваться на то, чем больше людей узнает о вашем предложении, соответственно, тем больше на выходе вы получите довольных клиентов и партнеров. Ну, а как следствие и вознаграждение по программе вознаграждения компании. Теперь давайте перейдем к следующему слайду и рассмотрим, как выйти на следующий уровень дохода, который называется пассивный доход. Но обоснованный пассивный доход, потому что речь идет о товарообороте. Итак, знаете, да, такую формулу, которая звучит: лучше получать 1% от усилий 100 человек, чем получать 100% от своих собственных усилий. Можно, конечно, самостоятельно завершать десятки и сотни сделок, а можно организовать работу так, чтобы в вашей сети, соответственно, были люди, которые так же, как и вы, развивают бизнес. Так вот, давайте рассмотрим такой пример. Когда в вашей организации появляются два партнера, которые совершают, выполняют товарообороты $20 000 в месяц, ваш чек составляет $2000 только по одному источнику дохода. Все очень просто, цифры наглядны, понятно, что нужно делать. И на следующем слайде будет информация, внимание, для самых амбициозных. Просьба не пугаться, но раз уж такие цифры есть в компании, давайте мы их тоже рассмотрим. Итак, как получать $1 000 000 в год? Эти результаты уже есть в компании. Я говорила, что уже понятно, что нужно сделать, поэтому давайте рассмотрим. Если вам это не интересно, можете перемотать дальше. Итак, когда вы начинаете только свой бизнес, у вас появляется ваше бизнес-место, ваш бизнес-аккаунт, и, соответственно, вы начинаете строить свою партнерскую сеть. Когда у вас появляются два партнера,
каждый из которых совершает товарооборот 20 тысяч долларов в неделю, ваш чек составляет 2 тысячи долларов в неделю только по одному источнику дохода, то в месяц, получается, вы зарабатываете 8 тысяч долларов. Так вот, когда с этого момента, когда у вас появляются такие двое ребят, вам компания открывает еще одну доходную позицию. И, соответственно, ваш доход, он, так сказать, приумножается. Вы начинаете зарабатывать, у вас уже есть два таких представительства. И, как показывает практика, вам достаточно 6 таких представительств, то есть, соответственно, ваше бизнес-место, и в этом бизнес-месте у вас два человека, которые генерят вот такой товарооборот по 20 тысяч долларов в неделю. И именно в этот момент ваш доход составляет 1 000 000 долларов в год. Друзья, все очень просто. Есть амбиции, значит, уделяем этому время. Если достаточно зарабатывать 1000 долларов в месяц, значит, не обращайте внимания на эту информацию, пусть ей воспользуется кто-нибудь другой. И что же поможет вам в достижении тех результатов, которые интересны именно вам? Юра, расскажи нам, пожалуйста. Спасибо большое, Оля. Я же, честное слово, заслушался. Как же тут выходить на такие крутые доходы? Итак, друзья, что же поможет вам достичь результата? Первое – это отработанная на практике бизнес-модель продаж с рентабельностью в несколько месяцев. Следующее – готовая система под ключ, которая работает абсолютно через интернет и из любой точки мира. Наша пошаговая система обучения, проверенная тысячами участниками сообщества BeHappy24. Также система получения трафика через интернет и автоматическая система аналитики и учета вашего бизнеса, которая будет находиться в вашем персональном кабинете. Компания работает по всему миру, и работая через интернет, у нас есть отлаженная логистика в 35 странах мира. И также каждый человек, он не остается абсолютно один, у него будет система поддержки и индивидуального сопровождения абсолютно на всех этапах его развития. И также есть еще дополнительные привилегии, о которых я сейчас с удовольствием вам расскажу. Кроме того, как вы поняли, в наших СНГ странах сейчас все только начинается. Поэтому для тех, кто стартует сейчас, для вас есть дополнительные привилегии. Вы можете быть в самом начале запуска бизнеса на нашей русскоязычной территории, то есть на территории СНГ, и, соответственно, быть в самом начале бизнеса, получить максимум привилегий. Ну, кто первый, тот и успешный, того и тапки. Ну, разные есть интерпретации, но смысл остается тем же. Кроме того, вы получаете лучшее место в команде, потому что мы сейчас только стартуем в этом направлении, и, соответственно, вы можете получить дополнительные привилегии и именно от нашей команды. Плюс для тех людей, которые стартуют сейчас, есть специальные условия по подключению нашей автоматизированной системы. И эксклюзивная вообще возможность для тех людей, которые подключаются уже сейчас, вы можете успеть попасть на ближайший тренинг гармоничного развития, который называется «Нестандартный лидер». Это эксклюзивная разработка нашего сообщества. Это тренинг, который реально переворачивает жизни людей, который гармонизирует людей в различных сферах жизни, то есть жизнь очень меняется. Это так чуть-чуть, если сказать. И, кроме того, вы можете поучаствовать в бонусной программе и получить себе в качестве подарка либо смартфон, либо iPhone, либо Samsung за накопленные бонусы, либо обменять эти бонусы на наличные. Это то, что действует на сегодняшний момент. И с чего же нужно начать? С чего же начать, друзья? Первое. Оцените свою заинтересованность по 10-бальной шкале после просмотра этого видео. И если ваша заинтересованность, ваш балл превысит 7 и более, то обязательно обратитесь за консультацией к человеку, который дал вам это видео, и получите ответы на все ваши вопросы.
И после этого наступает самый приятный этап выбора стартового пакета, выбора той продукции, которая интересна именно вам и вашим близким. Вы выбираете себе стартовый пакет, максимально выгодный – это $1400, вы получаете все бонусы по комиссионным, вы получаете возможность получать 30% от розничных продаж, 30% от того, что по вашей рекомендации люди подключаются к бизнесу. То есть максимально выгодный 1400, ну, вы смотрите то, что вам более подходит, от 300 до 1400 берете стартовый пакет. И получаете уже с первой покупки себе 200% кэшбэк на ваш промо-счет, который, опять же, потом можете использовать либо на покупки, либо на путешествия, как вам будет удобно. После этого подключаетесь к системе обучения сопровождения BeHappy24, пользуйтесь продуктом, который вы для себя приобрели, и начинаете зарабатывать с удовольствием. И мы вам желаем гармоничного развития как в бизнесе, так и во всех сферах жизни. Спасибо большое за внимание. С вами на связи были Ольга и Юрий. Юрий, будьте, друзья, счастливы и богаты. Пока-пока. Пока-пока.